что вот у нас июль, это у нас огурчики. Уже даже в рост такие высокие. Ну, листва это листвой. Сейчас посмотрим, что у нас по урожаю. А урожай у нас есть, я вам скажу. Я тут глянул глазом, у меня глаз обрадовался. Видите, какие огурчики у нас. Сегодня у нас уже 5 июля. Мы уже собирали, понятное дело, что это уже как бы не первые огурчики. Там вон дальше я вижу. И в общем-то, ух ты, как их тут прямо в ряду висят. Прямо в ряду много. И здесь, ну, тут вот буквально 6 этих тазиков, 6 по 4. Я подкормил пометом в надежде, что будет больше огурцов. И я думаю, что их будет больше. Тут в каждом ряду, конечно же, их достаточно. В этом ряду тоже мы так видим туда вдаль. Так, это у нас пасынка пошла. Я пасынку, как правило, обрываю. Эту как-то опустил. Вот. Огурчик дадим вырасти. А дальше, если пасынку оставлять, то будет заросли. И огурцов не будет. И в этом ряду у нас есть огурчики достаточно. Смотрим, что здесь. И здесь тоже есть. Вот они. Такие тоже достаточные. Колючие. Ну и нормально, что колючие. Они главное, что без горечи. То, что колючие, это мелочь. Главное, что без горечи. В общем, так вот у нас с огурцами. Они уже высокие, выше моего роста. Уже метра по два высотой, даже больше некоторые. Вот так вот огурчики, огурчики. Мы уже их начали катать на зиму, чтобы были. Понятно, что первые огурчики дорогие. Но буквально до сентября эти огурчики будут, и потом все. Надо успеть закатать.